Серебряную и бронзовую награду завоевали спортсменки Дагестана на первенстве России по женской борьбе среди девушек до 16 лет. Соревнования прошли в Калуге. В своих весовых категориях обладателями серебряной и бронзовой награды соответственно стали Екатерина Чеканова и Алжана Абакарова. Всего же обладателей 10 комплектов награды определили 269 спортсменов из 51 региона. По итогам турнира тренерский штаб сформирует сборные команды для участия в международных соревнованиях.